Всем привет! Простите, что давно не было роликов, просто было нечего было снимать. И вот уже мы отучились первую неделю после каникул. И знаете что? Завтра, то есть утром, в субботу, а именно в 4 вроде бы утра, мы выезжаем в Польшу. Мы едем в Польшу. Для чего не знаю, но мы едем. Поэтому хочу показать вам такой влог, сборы и, в принципе, поездку. Так что погнали, приступаем собираться. Я с вот таким рюкзаком, с которым я хожу на всякие факультативы, дополнительные занятия. Ну, а также я с ним летаю, езжу куда-то. То есть это мой такой походно-факультативный рюкзак, не знаю. Также беру свой школьный. Открываю вот это день и беру всякие салфетки, там, не знаю, какие-нибудь зеркальца, расчески, резинки. И буду складывать это все сюда. Такой пенал и складываю в него всякую канцелярию, чтобы, так сказать, в дороге можно было там что-то порисовать, поделать. Такой. Я собрала, мало чего взяла, но думаю, много не надо. В общем, хочу сказать то, что мне завтра вставать очень рано, там сколько? В 3 утра, наверное, да? А я ложусь только в 2. Раньше я навряд ли лягу, так что, скорее всего, всю ночь не буду спать. Как это происходит со всеми поездками, когда надо рано вставать. Я никогда не ложусь спать. А потом бодренькая и веселенькая. Вот так вот. До встречи уже завтра. В пути. Сейчас мне надо еще одежду приготовить. Чем я поеду. Утром. Я проснулась, уже в сборе. Такая вот маечка. Спортивные штаны. И кофта худи. Рюкзак, и я готова ехать. Приветики, Маша. Привет. Привет. Лен. Привет. От Маши купили какую-то такую вот штуковину. И она не может ее собрать. Сейчас я буду это пробовать сделать. Да, Машулевич? Можно тебя снять? Личко твое? Нельзя. Окей. Ну, в общем, сейчас будем собирать эту штучку. Мы собрали эту штуковину. Маша собрала сама практически. Я чуть-чуть ей помогла. Вот чуть-чуть. Так что, вот, мы собрали все.